Лучшие сборные команды сельских наслегов по волейболу оспаривают звание лучшего во дворце спорта 50 лет победы в Якутске. Республиканские соревнования проходят уже в четвертый раз на Кубок спортивного общества «Урожай» памяти Андрея Гаврилева, известного волейболиста, члена сборной команды республики 70-х годов. Соревнования проходят в два этапа. По итогам зональных стартов команды, занявшие первые и вторые места, попали в финальную часть. Таким образом, всего собралось 12 сборных среди мужчин и 6 женских. Финальные игры пройдут завтра. Наша команда участвует уже в четвертый раз, то есть мы во всех соревнованиях приняли участие. И как победители прошлогодних соревнований мы заявились напрямую. Готовность у нас 100%, настрой боевой. В этом году по сравнению со всеми остальными уровень соревнований очень подрос. То есть все команды практически на одинаковом уровне, так что любая игра, будем бороться за каждый мяч.